Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем Вальхейм. Мы начнем с того. Сегодня будем заниматься фермерством. Мне написал Альбьорн, оставил мне полезные комментарии. Поэтому давайте посмотрим, что он мне сделал, написал. Так, будем создавать медовуху, огород, морковный суп. Давайте. Так, что-то мне нужно будет для фермерства. Давайте посмотрим, что у нас по рецептам есть. Еще сказал котелок создавать, там варить супы всякие и не всякие. Так, 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 кирка, не кирка. О, гарпун бездны. Может быть, это? Кстати, да, с помощью гарпуна можно будет ловить рыбу. Почему бы нет? Ну, смотри, у него есть веревка или не веревка. Ладно. Мне нужно что-то для огорода. Вот это что такое пропашник? А во, фермерский инструмент. Так. Так. Где у меня такие бревна? О, как раз пятерка. Отлично. И бронза. Ну давай создадим пропашник. О! Трава, морковь. Саженец, сосны, пихты. А, это все, что вот падает, да, можно будет посадить с помощью этой штуки. Отлично. Так, давай вот так вот вас поменяю местами. На троечку поставим. Ай, блин, только ж вроде недавно ел эти грибы. Также мне сказали, что типа грибы эти заменят всякие вот эти вот... точнее, супы заменят мне всякие ягоды и грибочки. Ну давай. А, то есть у нее принцип как у кирки, да? Только это будет огородина. Ну давай вот так вот сделаем себе. Ну ты не равняешь, да, землю? Что же вы пристаете, когда я занят? Иди сюда, чтобы мне огород не запачкать. Ну смотри, как-то неровно получается. А есть у него нарастить? Это что? Ага, только прополка. Ну-ка. Вроде что-то равняется, что-то нет. Кстати. Может быть, с помощью этого инструмента я смогу что-то в доме убрать? Угу. Красавчик убрал. Ты что творишь? Только, блин, земли себе накидал дома. Ладно. Так, нужны какие-то семена. А у меня есть семена? Помнится мне, что в самом начале мы собирали какие-то семена. Возможно, морковь. Это были какие-то белые семена. Цветочки в лесу росли. Но я, естественно, их выкинул. Ладно, пойду в лес. Прям в лес. 4, 5, 6. Идем в лес собирать цветочки. Так, я собрал несколько семян. Я не думал, что это будет так сложно. Это у меня ушло на это минут 15, наверное. Если не больше. Что, опять земля трясется? Скоты, скоты. Почему так все не вовремя? Блин, это очень не вовремя. Ладно, хорошо, что у меня в этот раз есть лук под рукой. Так вот. Единственное, что я знал про эти семена, это то, что они находятся в черном лесу или в темном лесу, как он правильно называется, черный лес. Это все, что я знал про эти семена. Как они растут, где они растут, это вообще не подчиняется никакой логике. Это реально надо ходить и искать эти семена. Максимум, что я нашел, случайно три пучка, ну, то есть три цветка этих, этой моркови. Все. А остальные приходится искать и искать. Я еще посмотрел, что мне нужно. Мне нужен был котел. И для этого котла нужно было 10 олова. Поэтому я пошел, искал олово. Почему
Почему они нападают на меня? Вот в чем вопрос. И почему перестали нападать эти звери, лесные твари? Раньше ведь нападали. Может, это зависит от уровня прокачки? Я же сейчас в камень попал или куда? Блин, мелкий, свали. Потому что если... Смотри, когда я был, так сказать, раздет, то были какие-то звери обычные, да? Стал бронзовым или каким? Или кожаным? Появились лесные твари. Теперь я железный, на меня нападают только тролли. Так ли это работает или нет? Неизвестно. О, пошли стрелы другие. Так, деревянный я использовал, это хорошо. Кстати, нашел еще больше, около сотни кремниевых стрел. Угу. Это потому, что я когда-то их изготавливал, но не использовал. Или хотел использовать, но не смог. Так, кстати, я тут пока бегал, суетился, олово относил, приносил. Заметил, что здесь какой-то чувак тусуется. Вот здесь. Древесный. Ну, из леса чел. Так, 2-2-2. И я подумал, что надо будет забор его около огорода поставить. Потому что, как помните, до этого-то у меня было две этих штуки, и у меня не было забора. Когда я однажды вернулся, было все сломано. Поэтому... Так, как этим пользоваться? Сажайте семена, чтобы выращивать морковь. Так, ну давай начнем вот примерно отсюда. Близко сажать не будем, потому что... Зачем? Так. Ладно, хватит использовать перфекционизм. Просто будем тыкать. Ну, более примерно одинаково. Тыкс. Тыкс. Ай, блин, а как я буду их поливать? Или мне придется ждать, пока нас пойдет дождь? Если так, то я... Блин, придется ждать неделю, наверное, пока это вырастет. Хотя дожди здесь часто вроде бывают. Или нет? Сколько у меня их еще? О, 15. Смотри, это могу весь огород засажать, посадить. Так, так, так. Сюды, сюды. Помою. Ну, когда у меня будет морковь, тогда я уже смогу, наверное, что-то готовить. Супчики там, не супчики. Эх, промахнулся здесь немножко. Три. Три, три, три. Ну фиг с вами, давай вот сюда воткнем. Давай даже между так просто подсадим. Посмотрим, как они будут расти. Теперь мне нужно будет забор. Забор, забор, забор. Еще мне написали, что бродильную бочку надо создать. И сделать из нее медовуху. Мед у нас есть, будет медовуха. Так, что нужно? Ты не то нажал. Так, бронза, качественная, смола. Ну, не в смысле качественная смола, а качественная древесина. Качественная древесина, смола, да? Ага, смола и бронза. А откуда монеты? А, да. Кстати! А, ну все верно. А то мне показалось, что я как будто убил двух, а шкур так мало. Да нет, ну ты чё, ну блин. Так, куда же поставить эту штуку? Я еще не придумал. Давай здесь поставим, чего нет-то? Все равно здесь ничего не смогу больше другого ставить. Нифига себе ты аппарат. Блин, по-моему, слишком много ставлю на первом этаже. Тебя пофиг, да? Так, что? Добавить предмет. У вас нет перерабатываемых предметов. А что тебе нужно? Что ему нужно? Мед ему нужен.
Чё нет-то? А мёда-то у меня нет. Сейчас добудем, подожди. Мёд это у нас дело есть. Блин, 20-ка. Куда их пихать, эти шкуры? Я их не использую, хотя... Использую, только мне нужен третий уровень. Пятый уровень верстака. Так. У вас нет перерабатываемых предметов? А что тебе надо? Мёд? Так, подожди. Что-то у него надо. Ти. Бродильная бочка. Ладно, с этим мы чуть позже разберемся. У нас сейчас нужно построить забор и котел. Да. Для этого нужны деревяшки. Почему-то зеленый вспахивает. Жестко. Кстати, я киркой тут все почистил. Так, не затоптать бы это ничего. Отстань. Так. Строительство. Ага. Ограда. Забор, ограда. Примерно вот так вот. Чего там? Ломают. Или мне кажется, но ломают. Текс. Калитка. Есть тут такое свойство, как калитка? Ну, нет. Деревянные ворота — это слишком уже зашквар. Да ладно, чё? Будем перепрыгивать. Какая фиг разница? Или сделать маленькое пространство. Вот так вот, например, да? Чтобы я смог проходить, а остальные не могли. Было бы нормально. Ну, как-то вот так вот, да, у нас получается красота. Даже вот здесь вот так завернем чуть-чуть. Эй, что с тобой? Почему так криво стоит? Или мне кажется? Серьезно, закончилась древесина? А, верстак тебе нужен. Ой. Эти сложности. Ну все, тут-то у тебя есть верстак. Да пофиг, так вот ставь, и все. Вот этот что такое? Ну, мир, прекрати. Так, ты отстань. Вот это что такое? Убрать. А, это, видимо, дома еще торчало там, да? Да вылезь ты. Ну смотри, кто-то приходит, ломает немножко мой забор. Негодяи какие-то. Хм. Может, это сейчас тролли пришли, сломали? Но это не факт. Так. Здоровая. О, нифига себе. Здоровая морковь. То есть, если я их передержу в земле, то они сгниют. Да? Возможно. То есть, надо за этим еще следить. Что мы теперь делаем? Теперь нам нужен... Так. Очаг. Вот. А для этого нам нужно 10 олова. Да ладно тебе. Стоп. Ай. Ай-яй-яй. Угу. Ну, я хотел где-то здесь поставить, возле костра. Так, стоп. Где? Где эта штука? Вот она. Смогу ли я потом сюда залазить? Вот в чем. О, вот так вот давай поставим. Прям, чтобы как красота была. О, я снова в медовухе. Угу. Медовухи, средняя выносливость. Колбаски, рагу и змея. Ой, рагу и змея. Ну-ка, дай сюда. Для приготовления еды под стойкой необходимо разжечь огонь. Скотина, ты мог это раньше сказать? Что именно под ним нужно? Так, ну давай. Так он не встанет там, да? Да чё я парюсь? Пошли на улицу его поставим. Чё? Проблема. Ой, я сейчас подохну. Так, а где же его ставить? Угу. А давай здесь поставим. Дом, надеюсь, не сгорит от этого. Угу. Стоп, это выкинь.
Мне нужны камни, потому что без камней огонь не работает. Так, вот сюда, все, идем. Это мы здесь строим, уйди. Блин. Трешечка. Не надо сажать морковь. Стукни один раз и все. Ну, примерно вот так вот очистим. Все, тут будем готовить. Так. Это убираем. Это подбираем. Строим костер. Хоба. И... Ты угораешь. В смысле? А, кузница. Ебать. Ай, дурацкая. Почему именно кузница тебе нужна? Я дым словил в открытом пространстве. Угу. Ладно. Хочешь кузницу? На тебе кузницу. Так, стоп, подожди. А тут ты можешь? Да куда он вообще тянется? Фу. А, глянь-ка, ну слишком много тянется. Отлично. Так, это я... Сколько он... Он вряд ли столько весит, да? Придется только вот это выкидывать. Так, подожди, что я творю? Это я сейчас хочу выкинуть. Отстань. Так, кузница. Какая кровать? Че несешь? Ну, глянь. Все четко тут становится, так вот сюда и... Че я затупил? Тогда все верно было. Смотри, ставлю костер вот сюда. А следом ставлю вот эту штуку. Хоп. Да иди ты нахер. Ты че, блин, меня бесишь. Ой, как же это сложно делать все на ровном месте. Так. Ну вот так тебе пойдет же, да? Камень, давай. Котел. Ох ты ж, ёшки. Основа медовухи с сопротивлением морозу. Опа-на! Вот это то, что мне нужно. Вот это хорошо. Сопротивление морозу. Вот это реально полезно. Потому что мы пойдем на гору исследовать. Я одну исследовал. Сейчас, подожди, покажу. Где? Во, видал? Здесь я был. Там ничего нет. И здесь я пробегал, тоже ничего нет. Следующую я планировал гору какую? Вот эту. Она вроде маленькая. Но там не должны быть драконы. Там, кстати, я... Или не там? А вот это... Кстати, смотри... Оплыл и в поисках новых островов. Вот здесь у меня корабль сломали. Здесь гоблины живут. А тут я встретил опять этого жреца. Помнишь, это такой чувак с палкой? Тут я пробегал, спасался. Вот этот весь путь я бежал. Реально бежал. И я причем не погиб. Но не суть. Возвращаемся к нашим горам. Потому что эта гора была очень высокая, вот эта часть особенная. Там я не знаю сколько. В высоту. Так, что по котлу? Напиток должен подарить. Очень полезное. То есть это... Просто напиток. Одуванчик, туша, малина, все сюда накидали. Так, основа. Полезная. Ты... Бодрить и бодрить. Но это понятно, что бодрость... Бодрость — это значит быстрее восстанавливается энергия. Если восстанавливается быстрее энергия, то ты быстрее бегаешь. Понятно. Так, о, сопротивление яду. Тоже неплохо. Средняя выносливость. А это конкретно выносливость. Уже прям. Она, наверное, будет расходоваться меньше. Медовухи, выносливость. Вкусная. Просто компот, да, создаем. Королевский джем. 4 штуки. Неизменно вкусное сочетание малины и черники. Ага, здоровье 30, выносливость 40, длительность 1200 секунд. Неплохо. Колбаски. Связка острого копченого мяса. А, вот. Все-таки то, что выпадает, это все реально может пригодиться.
Чего? А, здоровье 80. Ну, чуть больше, чем от одного куска. От одного куска змеи. Но при этом я трачу 2 меда, это 30 здоровья, и 1 гриб, это 15 здоровья. Это уже сотня. Но фишка этого рагу в том, что он держится дольше. Следовательно, и жить я буду дольше. Так, отлично. Апгрейдов нет. Апгрейдов. Интересно, надо будет вернуться в D1 и собрать всякую эту хрень. И потроха, и туши. И потом уже приготовить что-то. Одуванчики. Блин, если бы я знал, что мне придется ягоды еще собирать, я бы собирал. Вот чертополохов я дофига видел. О, морожка. И грибочки. Отлично, мы будем готовиться, создадим вот, наверное, вот эти вот полезные штуки. 3. И несколько сделаем сопротивление морозу. Так. Ну и все. Так, сейчас поспим. И продолжим. Ну давайте посмотрим, что у нас есть. Так, ты не растешь, да, у нас еще? Ну давайте, здесь 4-4-4. Отлично. Так, это нам еще может пригодиться. Хотя нам это реально пригодится, только попозже. Так. А есть что-то такое, чтобы я мог сразу собрать? Хвост есть, чертополоха нет. Основа медопухи, сопротивление яду. Ну, пока нафиг не сдалось. О, а желтых грибов нет, да? Малина, желтые. Малина. Вкусная, ну это... О, давай джем создадим. Так, малина и черника. Так. Это мы сейчас создадим. Лишь бы вон на полугам побегать и все. Так. Давайте я сейчас все уберу. И пойду соберу этих ягод. Много ягод. Смотри, я собрал ягод, одуванчиков, чертополох. Еще случайно встретил морковки. Давай создадим. 8? Блин, я думал, по 5 ты берешь. А ты используешь 8. А стою даешь 4. Ага, отлично. Ну, давай еще создадим. Вот так. Так, там еще где-то требуется. Блин, малина 10 требуется. Ага. Плохо. Очень плохо. Здесь требуется 10. Вот это я психанул. Ай, что делать-то, а? Так, это мы уже перестаем использовать. Потому что здесь она участвует в рецептах. Сырое мясо. Колбаски. О, давай колбасок создадим. Я говорил тебе, да, что надо будет вернуться в D1 и забрать несколько... Классные фонари, мне нравится. Блин, так вот отдых начинается, так бум, как будто на меня кто-то нападает опять. Но не суть. Сейчас мы заберем плоть и внутренности, или что там было. Ух ты, потроха, много потрохов. Смотри, как их много. Отлично. Колбаски, значит, хоть пойдут на славу. Так, сейчас сделаем несколько колбас. И что еще? А там уже посмотрим. Что еще можно будет сделать? Стоп. Да, смотри, 4 колбаски. Ну, сделаем 8. Потому что у нас есть сырое мясо, только на 8 хватает. Отлично, где они? Вот они. Прям хорошо так идет.
Я не думал, что фермерами быть так сложно. Вот когда ты начинаешь это все искать, как это сказать, целенаправленно идешь искать, это очень сложно их найти. А вот когда ты просто так гуляешь там, то не валяются кругом. Ну давай все, вот это будем хранить где-то здесь. Это будут наши рецепты. Тик-то я заберу. Потом поломаю. Так, осколок ракообразного. Ой, вот это тоже надо сюда убрать. И семена. Вот так. Печалька. Ладно, это мы раскидаем. Шкура, шкура, шкура. Давай это себе тоже закинем. Шкуру скинем. Ну и... Ладно, кремень себе тоже фиг с ним. Блин, дождя все время не было. Морковь. Здорово. Но, по-моему, она как-то как была, так и осталась. Я что-то не вижу, чтобы она... А, смотри, я даже ее использовать не могу, потому что она еще не выросла. Отлично. То есть, когда она... Ты чего там делаешь, слышь, дед? Ты офигел? Угу. Тебе это не поможет. Сюда подойди. Блин, неужели там тоже надо будет? Ай. Я сейчас подохну. 5, 6. Ну, давай посмотрим, как справиться. Ну, в принципе, по 2 накидывает. Что я подхватил от него? Ничего, хорошо. Блин, неужели мне надо будет забор здесь тоже строить? Ладно, давай построим мини-заборчик. О, дождь, неужели? Отлично. Что тут? Так, так, так. Ну, чтобы вот так вот оградил, чтобы только я мог к нему подойти. Остальные не могли. Ну, хоть какая-то будет защита. Да ты угораешь. Ой. И ради 2 палок мне придется сейчас таскать с собой 30. Ай, точно. Точно, точно. Ну-ка, ломай это все нафиг. Как же я про самое главное это забыл. Костер. Не может быть. Не может быть под открытым небом. Значится, делаем вот такие штуки. Кто-то уже прется, а? Отвали. Не мешай. Отстаньте, сказали. Так, ну пусть будет так. Ты что, угораешь, что ли, а? А где музыка? Музыка пропала. Странно. Ладно, пока без толп... Вы серьезно, что ли? То ни одного, то все сразу. Дед, старый, отвали. Что же меня бесите? Ну серьезно, когда не нужно, они все прут. Причем разом. Стоп, надо здесь что-то такое сделать эдакое. А что? Может быть, дверь сюда воткнуть? Ну, давай попробуем дверь поставить. Вот так, да? Работает ли это так? Вроде... Да, вроде нет. Так, стоп. Это я убираю. И вот уже от этого ставим вот сюда. Вот, видишь, сюда он более адекватно становится. Угу. Так, захожу, такой, да, сюда такой, опа-опа, что-то делаю. Так, что? Надо какую-то крышу поставить, такую адекватную. Как это сделать? Так-так-так-так. Сложно. Ну, допустим... Блин, нужно два столбы эти опять строить.
Скотина, промахнулся. Столб, столб, столб. Не знаю, как это будет выглядеть. Эй! Понято. Что-то я сделал не то. Сломай вот это и вот это. А, ты на весу стоишь. Ой, как печалька. Чё такое? А, я мешаюсь. Вот, теперь столб. А, вот из-за этого, вот почему ты криво стоишь, да? А должна быть ровной. Ну, а теперь дверь. Скотина, взяли столб. Столб. Потом дверь. Как же это сложно строить. Маленький домик уже не могу построить. Эх, разучился я строить домики. Потом надо будет еще землю подровнять. Но это фигня. Блин, что-то раньше тут лежал, молчал. Так, 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 дверь, дверь. Ну, как-то вот так должна быть дверь. Угу. Работает. Заходим, да? Так, может быть, сделать половинчатые штуки? А, все просто. Крыша будет у нас вот так располагаться. Поэтому мы берем, знаешь что? Половинку. А что я туплю? Смотри, у нас же есть целый дом. Образцовый. А, он изначально начал, да, с половинки. А мы, значит, будем делать наоборот. Только не знаю, смогу ли я сюда поставить эту штуку. Вот прям вот сюда. Нет. Подожди тогда. Эх. Тихо-тихо, не упади. Вот хочу вот сюда. Ой, отлично, как, смотри, заходит. Оп. Так ведь? Теперь берем... Так, так, так. 45 градусов это будет много, поэтому ставим вот эти. Жаль, что не видно ничего. Блин. Приходится теперь бегать и херней страдать. Вот так, да? И теперь будем делать 26 градусов, да? Только не упади, а. Криво? Сука, конечно, криво. Почему криво? Что-то я накосячил. Ха, тебе этой крыши достаточно? Ты угораешь? Не может такого быть. Где я воткнулся неверно? Да везде я верно воткнулся. Стоп, стоп. А, вот это стоит неправильно. Удаляем, удаляем. Значится, значит... Я загорелся. Страшно. Так, как же ты поставить адекватно? Вот так, что ли? Ну фиг знает, по-моему, это опять, опять криво стоит. Ну да, криво. Ладно, сейчас подстроим. Это фигня все. Хлоп. Теперь мы строим быстренько вот эту штучку. Быстрее, пока она не провалилась. И под нее ставим половинку. Развернись. Вот так. Отлично. Да, в принципе, уже можно ничего не строить. Хм. Если это и так работает. 26 градусов идет вот сюда и вот сюда. Держится, вроде пока держится, но остальное мы подправим чуть позже. Ну то есть я захожу такой тра-та-та, тра-та-та, тут беру и вся фигня, так ведь? Только выйти потом не смогу. Нет, надо как-то чтобы наружу открыто было. А, все равно порог мне мешает. Как же это сложно. Но, в принципе, решаемо. Ладно, пусть будет так. Давайте закончим.
Я пока доведу это все до ума, я, естественно, даже эту постройку снесу нафиг, сделаю более адекватную. Может быть, даже перенесу ее вот сюда, чтобы здесь был маленький проход, чтобы я такой оп-оп-оп бегал сюда-сюда, туда-сюда и сюда-сюда. Так, будем ждать, пока это все вырастет. И все. Потом будем создавать много медовух. А чтобы создавать много медовух, мне нужно будет... Я даже не знаю, с чего мне много всего нужно будет. Блин, подожди, пожалуйста, не умирай от этого дыма. Как минимум нужны пчелы, пиявки, пиявки, одуванчики, малина и черника. Но это фигня. Так. Вот что меня беспокоит. Морошка. Я знаю, где ее добывать. Ой, я подыхаю. Я знаю, где доставать морошку. Это на равнинах. Но ее очень сложно добывать, потому что там что? Правильно, там гоблины. Так, это я тебе показал, это я удаляю. Хотя тут были гоблины. А, тут красиво. Там реально такой красивый вид такой расстилается. И там причем никого не было вдоль этого берега. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.